23 июля на стадионе «Спартак» состоялся матч, в котором встретились городской футбольный клуб «Анапы» и витязевский «Понтос». Игра получилась невероятная по драматизму и накалу. Во-первых, обе команды представляют город-курорт Анапа. Во-вторых, матч решающий. Победитель выходит в финал Кубка Краснодарского края. На 12-й минуте матча счет открыл футболист Анапы Марик Базаев. Городской футбольный клуб, воодушевившись, пошел в атаку, однако встретился с серьезным сопротивлением витязевцев. И уже на 20-й минуте Понтос сравнял счет. Первый тайм завершился со счетом 1-1. Понтос оказался целеустремленнее, и вскоре Георгий Мавропало забил второй гол. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу команды из Витязева. Таким образом, именно Понтос 23 августа будет сражаться в финале Кубка Краснодарского края. Его соперником станет команда «Афипс» из поселка Афипский, обыгравшая во втором полуфинале ГНС «Спартак» из Краснодара.